Для того, чтобы включить критериальное оценивание в настройках класса, нужно во вкладке «Образование» выберите пункт «Моя школа». Зайдите в раздел «Администрирование» – «Список классов». Выберите нужный класс и перейдите в раздел «Редактировать». В строке «Вид журнала» выберите «Журнал критериального оценивания». Во избежание ошибок напоминаем, для возможности выставления оценок в 10-бальной и 100-бальной системах в настройках школы нельзя менять вид оценивания. Перед созданием расписания обязательно переключите журнал класса на критериальный вид, в противном случае придется удалять и заново создавать расписание. После смены вида журнала не забудьте сохранить изменения.